Из-за пандемии многие массовые мероприятия оказались под запретом, не стали исключением и театральные представления. Чтобы не терять связь со зрителем, театралы нашли выход – спектакли онлайн. Так, театр-студия «Маска» Видновского Золотого театра приглашает всех желающих 13 декабря в 17:00 на свой онлайн-показ. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш спектакль «Детские сны» 13 декабря в 17:00 в прямой трансляции. Премьера спектакля состоялась год назад. «Детские сны» – это необычная история о приключениях девочки Василисы в мире снов, где она подружилась с забавными персонажами-чудиками и путешествовала вместе с ними по облакам и в океане, побывала в лавке кукольника и увидела, каким может быть мир, если внимательно смотреть вокруг. Трансляция спектакля будет вестись на странице группы Золотого театра в социальной сети ВКонтакте.